Поделки, яркие рисунки и необычные композиции украшали фойе волонтерского центра МЧС. Лучшие работы воспитанников дошкольных учреждений образования не могли не удивлять. Они весьма образно и наглядно рассказывали о том, что может случиться, если не соблюдать меры противопожарной безопасности. Действительно, малыши, но естественно, что под вниманием взрослых, при подсказке взрослых, но мысли у них замечательные. Они делают такие замечательные работы и рисуют, и творят, и издают, что загляденье. Безопасность детей важна и родителям, и нашему обществу. Это наше будущее. И наши дети должны быть готовы к жизни, в любой ситуации прийти на помощь друг другу и себе. Сегодня создается огромное количество проектов, направленных на популяризацию мер противопожарной безопасности. В детских садах разрабатываются системы и программы, которые не только рассказывают, как вести себя во время чрезвычайной ситуации, но и объединяют родителя, ребенка и воспитателя, что помогает формировать пока юную, но довольно образованную личность. Во время мероприятия неоднократно отмечалось, что именно инициативы на местах помогают детям лучше усваивать противопожарные правила. В этом убеждены и победители конкурса. В соответствии с учебной программой эта работа ведется у нас постоянно. Но в рамках конкурса «Безопасное детство» у нас глубоко решаются данные вопросы, рассматриваются именно на уровне отдела образования, на уровне нашего дошкольного учреждения, работа с родителями и воспитанниками уже на протяжении 2 лет. Жюри предстоял сложный выбор – определить самую креативную, наглядную, символичную и творческую инициативу. Конкурс рисунков и поделок показал – современные воспитанники детских садов знают и помнят о том, что огонь – это не игрушка. Награды нашли своих победителей. 16 руководителей учреждений дошкольного образования области увезли с собой памятные подарки от сотрудников МЧС и хорошее настроение, которое подарили гостям праздника звезды берестейской эстрады.